Всем привет, с вами Киллбосс, и сегодня, наконец-то, новый выпуск Раста. Сегодня мы будем играть в Rust Experimental, выживание. Начинаем вообще с сервера, ну, то есть новый сервер, как бы. Я еще на нем даже не играл, ничего тут не смотрел, ну как ничего не посмотрел, я так побегал, пару секунд побегал, посмотрел, вроде ТП, Home Kit, все есть, все как бы для нормальной игры есть, и мы сейчас сыграем. Я вам покажу основные законы выживания, как выживать, как запоминать нужную местность и все остальное. В общем, все, что нужно для игры в Расте. Итак, респаун. Там я специально умер, да? You're sleeping. Вы спите. Когда умираете, вы воскрешаетесь в любом вообще рандовом месте. И без всего, то есть вообще голый и без всего. Как я и сказал. Вот. О, смотрите, аирдроп. Ничего себе. Может, хотя, нет, вряд ли мы добежим туда. Попробовать, конечно, стоит, но шанс нулевой, я так думаю. Да, там сейчас будет народу просто сбегаться. Просто завалиться. Не, ребят, там, смотрите, там... Не, это хрен. Хрен мы что получим. Давайте-ка лучше вот здесь побегаем. Посмотрим. Мне вот этот вот дом пригляделся. Он вроде... А, нет, он замком, да? Да. Не, он без замка, ребят. Кажись, домик нашли. Так, надо запрыгнуть. Ух ты! Вот это ничего себе. Ничего себе так нормальненько. Ну вот видите, как мне повезло. То есть зашел. И сразу у меня тут домик для меня стоит. Только рез вообще поблизости нету. Ну как нету. Так, я, кстати, посмотрел, может у него в печке что лежит. Хотя вряд ли, у меня там, наверное, уже все стащили, скоммуниздили. Хотя нет, смотрите-ка, железная руда, уголь, металлический фрагмент. Как раз мне нужно 10 штучек. Смотрите. То есть нажимаем на таб, да, открываем вот домик, на домик нажимаем и крафтим замок. Я, конечно, с вами потом другой дом построю, но это для начала нам нужно это. Так, чтобы сделать ключ для замка, насколько я помню, нам нужно 100 древесины. Древесины, как вы видите, здесь не занимать. Нужно подниматься вон туда, и там уже смотреть. Видите здесь сколько домов-то? Хотя онлайн на севере, насколько я помню, где-то сейчас 25 человек, по-моему, 30... О, медали там бегают. Это мне показалось. Ладно, хрен с ним. Пока у нас вообще ничего нету. Резаму крафтится. Мы сейчас нормально, конечно, не побьем никого. Даже если и нужно будет. Что это тут лежит? Это еще один камень, что ли, да? Камешек не дорубили. Ну, смотрите, камней хотя здесь достаточно, даже очень достаточно. Неплохо. Вот, а вот с деревьями проблема, конечно. Так, что там, еще один дом? А, нет, просто не достроили, ребятки. Блин, тем домом мне, конечно, повезло. Там и печка есть, и все. Сейчас, конечно, я, в принципе, без проблем могу скрафтить металлические фрагменты, но это очень-очень долго. Я лучше с вами поищу что-нибудь другое. Хотя, ребята, даже давайте не будем как бы дом тут вообще больше к нему бежать, да? Знаете, какой он нам нужен? Мы построим свой, потом другой, в другом месте, в другое время. В принципе, 10 металлических моментов я скоммунизил там. Этого достаточно будет. Сейчас я скоммунизю. Ой, что это наверху там? А, это ящичек. Знаете, что? Чем здесь? Лак. Здесь, короче, когда ходишь, да? Вот вы идете, останавливаетесь. И звук ваших шагов продолжает еще идти где-то секунду-две. Это очень сильно напрягает. Очень сильно, поверьте мне. Когда будете играть, вас реально будет бесить, вы будете думать, что это кто-то за вами идет, вокруг вас ходит, хочет вас убить. Но вы же не параноики, надеюсь. И, в принципе, все должно быть нормально. 150, нужно 200 и 100 камня. Сейчас, так, 200. Потом порублю еще. Так, нажимаем вот сюда, киян. Нам нужен... О, мы уже... Нет, киянка нам не нужна. Нам нужен каменный топор, 100 камня. Затем мы ко мне уж не побежим. На нем сейчас другой. Мне, ребят, сейчас реально жалко будет, конечно, замочек терять. Потому что, как бы... Ух ты, смотрите, домик какой там стоит. Неплохой, да? Может, на нем даже замка-то не будет. Если не будет замка, то можно спокойно ставить наш. Хотя вряд ли, я думаю, там не будет замка. Вот зачем вот ставить столько... А, короче, здесь, по-моему... Я понимаю, зачем... Понял, зачем ставить так. Да, здесь есть замок, ребят. Закрыт.
ставить, чтобы home здесь создать, как бы потом сюда тыкаешь в любом случае. То есть home прописать можно. Ну, здесь есть команда определенная, сейчас я help напишу. Вот, здесь можно телепортироваться к игроку, там, кит-стартер, но это мы попозже, может, с вами юзнем. Я просто еще не проверял даже, что там. Сколько там у кита кулдаун-то? 7600. Достаточно много, ребят. Это 3600. Короче, около 2 часов, по-моему, насколько я помню. Еще один дом. Нет, нам не нужен. Нам нужен камень. Где же ты камень? Еще один домик. Тут нет ничего? А, здесь огонечек был. Огонечек там не нужен. Нам нечего жарить. Даже не из чего. Древесинки-то нет у нас. Смотрите, камней здесь вообще нету. Только одни дома деревянные. Вот это камень или нет? Знаете, вот я до этого поиграл здесь минут 5, я нашел целых 3 бочки. Почему сейчас я не видел ни одной бочки, вообще ни одной? Или может я пропустил, не знаю. Во, бочка. Не зря я прыгнул все-таки. Еще один домик. Как интересно там. Крыша-то стоит. По идее, там в полях должны быть камни. Но их нет. Почему? Бочка пустая. Великолепно. Можно было не прыгать. Ладно. Сейчас найдем. Блин, столько домов, все. О, камешек. Столько домов, все открытые. Нам, правда, сейчас еще камни придется ломать. А, смотрите, как. Какой модный чувак-то. С кодовым замком. И у меня есть такое предположение, конечно, что здесь. Ух ты, смотрите, какой нам лут выпал. У меня есть такое предложение, что на кикстартере дают, как на некоторых серверах, чертежи. И в том числе чертеж с кодовым замком. Фонарь! А, да, так, то я фигню, я знаю. И план постройки. Вообще отлично. Не нужно будет тратить там древесину, сколько. Не помню уже, сколько бумага стоит. Древесины. Она на каком-то сервере даже есть. Смотрите. Ну, вы, если что, видите там в чате, да? Ух ты, охотничий лук. Ну все, ребятки. Только нам осталось стрелы как-то скрафтить. Которые мы ни хрена не скрафтим. Без чертежа нужного. Давайте все-таки напишем Kickstarter. Хрен с ним. Kickstarter. И нам выдали, значит, каменный топор. Ну, зачем мы его делаем? Приготовленное волчье мясо, сейчас кушаем. 100 хп ведь, сразу восполнил, было 58. Так, фрукт, не знаю я, что он восстанавливает, ну он тоже что-то восстанавливает, естественно, но я не знаю сколько и чего. Еще один дом. Ребят, ну, почему вы дома не закрываете, а? Я один такой жадный, дома постоянно, на дома постоянно замок ставлю. Или нет? Ой, прогружается здесь. Так. Что-то вообще никого не видно. Что-то напрягает меня. Смотрите, какие там строения огроменные. Зачем-то платформу здесь. Фундамент сделали каменный. Не знаю, что нам делать сейчас. Дом, конечно, сейчас не вариант строить. Ну как не вариант? Старт мы уже получили, хотя в нем особо ничего и нет. Че там, лучше мясо. Смотрите, радиационный город. Вы знаете, сколько там радиации наносится? Просто моментально сносится вся радиация, там нужно с таблетками идти совсем. Ну, понял, радиационные таблетки. Не помню, сколько радиации, и даже не знаю, сколько радиации они в раз экспериментал снимают. Но достаточно много. Вот, нужно ими запастись, как бы. Это что? Ух ты. Лучок пустой, но ну, в любом случае пустой, конечно. Ух ты! Это ж твоя мать! Нихера себе! Вот это домик! Нихера себе! Ребят, нам очень сильно повезло, очень-очень сильно повезло. И сейчас нам кажется, нам реально нужен дом, мне кажется. Сейчас все у него заберем. Смотрите-ка, мы даже. Ой, мы даже. Так, не понял. Куда делся? Твою мать, куда делся мой шкаф? Я что, выбросил случайно?
Вот. Бывают баги, конечно, с инвентарем. Ну что ж поделаешь, это только бетка. Ой, альфа даже, бетка говорю. Это альфа. Бинт. Бинт тоже неплохая штука. Тут с бага с бинтами тоже, когда много их в одном паке. Мясо тоже возьмем, пожалуй. Ух ты, 15 тысяч древесинки. Ой, как он нам облегчил работу-то. Так, только нам на штанишки вы надо скрафтить, да, ребят? Вам так не кажется? Еще один шкаф. Почему шкаф-то не ставится, я не понял. Все, поставился. Киянки у нас тоже нет, к сожалению. И теперь у нас есть два лука. Череп волка даже возьму, но его можно раздробить, вернее, нужно. Больше с ним ничего не сделаешь. Переводится в 10 костей. Сырое волчье мясо, сырое волчье мясо. Сейчас побольше запасимся, чтобы потом, если что, кушать. Кушать мясо. Ой, вот, ну что за бред с инвентарем? Зачем? Зачем? Ну, в общем, сервер подлагивает, конечно, немножко. Но это нормально. Для раста это нормально. Так, почти везде. Блин, меня напрягают эти ловушки. Я не знаю, как я сюда прошел, конечно. Так, он... Но они закрыты, они закрыты. Это, видимо, уже кто-то пытался. А тут открыто. Видимо, уже кто-то пытался сюда забраться, да? И они попались. Ни хрена здесь градук-то у него. Ни хера себе, бля. Это... Да ладно, фух. Я не знаю вообще, как я перепрыгнул сейчас. Смотри, это у них типа... Это приманки такие. Нормально, нормально. Пацанчик-то мыслит в расте. Ух ты, печка. Печка, печка нам сейчас нужна. Мы сейчас будем... Не, это приманки, просто тупо приманки. А это, походу, просто как бы ориентир. Чтоб сюда подходили. Да-да-да-да-да. Да, это ориентирчик для ребят. Надеюсь. Блин, вот бесит мне, конечно, эти задержки. Надеюсь, сейчас здесь никого не будет. Ничего нет вообще. И надеюсь, что этот чувак сейчас не в сети. Как к нему в дом? Ни хрена себе. О, боже. Как к нему в дом-то? Еще один дохлый. Так. Его раздробили уже, нет? Еще один лут. Нет, ну вы посмотрите. Посмотрите, как нам твою ж мать везет. Так, майку. По-моему, можно... Опять майка исчезла. Ладно, хрен с ней. Майку, по-моему, можно... Во, смотри, у него тут и штаны, и все. Да и гребаный... пуховик. Отлично. Вообще отлично. Ребят, ну... Не может быть такого. У меня такого ни разу не было, серьезно. Просто столько лута за пару минут. Сколько мы там? Минут 15, наверное, играем только. Блин, вот что не ставится? Ну, ой, сервер просто лагает, ладно. Трофейный топор, подвес для сбора ресурсов. АК-47? Вы шутите? АК-47? Топливо низкого качества. Патрончики для АК. Патрончики для АК-47. Еще один лук, еще один лук, еще один лук. Так. Блин, реально, почему я еще ни одного человека не видел? Серьезно, ребят. Ладно. Так, это нам тоже надо было бы поставить, конечно. Так, камень нахер выкидываем. Здесь он выкидывается вот так. Поставим сюда шприцок. Чтобы, если что, колоться. Испорченное волчье мясо нам не нужно. Есть его, я его не собираюсь. Каменный топор не нужен. Спальник. Спальник мы взяли. Спальник мы взяли. Что еще-то подобрать у него? Камни? Камни, руда. Я не понимаю, как это все произошло. Но мы... Твою ж мать... Как-то смогли за 10 минут натариться вот на такой вот. Это на майка, наверное, наденется на пуховик. Нет, не наденется. Толстая куртка в любом климате. Вы будете в тепле. Лучше, конечно, быть в тепле.
Посмотрим вид от третьего лица. Вид от третьего лица, кстати, открывается... Ух, я уже думаю, я использовал эту фигню. Вид от третьего лица открывается на F3. А вот настройки открываются на F2. Там вы уже сами можете посмотреть, когда будете играть. Это не ломается, да? Мы его нафиг. А, не видите, здесь, походу, они не умирают. Да-да-да, потому что я пытался. Человеческое тело. Я думаю, ребят, нам здесь долго не нужно находиться, конечно. Но у меня здесь в любом случае будут замки, это понятно. Тем более еще и кодовые. Блин, мне бы сейчас тут на капкан. Не напороться. Добычи нет. Добычи нет. Добычи нет. Было бы неплохо, конечно, если бы мы взяли этот дом. Но здесь, как видите, замки, замки. Обычно у всех стоит вот такой, но хрен там. Это еще... Ребят, я даже не буду здесь смотреть. Проще было бы обижать вокруг дома. И посмотреть, нет ли тут трупов. Блять, сейчас мы сами станем трупами. Ё-моё! Ё-моё! Ух! Пипец у него тут капканов. Просто... Не знаю даже сколько. Ладно, теперь нам нужно фастом строить дом. Просто фастом. Но только для этого нам нужно найти подходящую местность. Местность, я имею в виду местность. Местность должна быть... То есть рядом должны быть камни, и рядом должны быть деревья. В принципе, сейчас это довольно-таки хорошая местность для нас. Вот еще одна боченька. А у нас для боченьки нет места. Да, один хрен. Отсюда ничего не выпало. Меня очень напрягает, как мигает вот это строение. Ладно, хрен с ним. Кстати, что я заметил, бочки... Ты шутишь? Ну, меня калаш, я тебя убью. Я заметил, что бочки... Так, давайте, кстати, посмотрим. 30 камня. Охренеть! Стой. 30 камня. Мы по 5 камнем этой... Отлично, вообще просто отлично. Я не знаю, как еще это назвать. Просто пацан умер. В принципе, с тем домом рядом будет даже неплохо. Нахрен, сбреем это дерево. 175 древесины. Отлично. Ну, вы видите, да, как подлагивает сервер? 750 древесины. В принципе, здесь, смотрите, ну, место хорошее. Камушки там, да? Там камешки. Сейчас посчитаем, сколько там камешек. Просто камешек реально может не хватить. Они в конце очень-очень сильно понадобятся. Чё это? Это ж я. Чё здесь еще да, не построить? Нужно смотреть под ноги. Это попадемся, как те два придурка. Ха, смотрите. Дверку сломали пацанчику и ограбили его. Лук. Лук нам не нужен, да? Луков у нас так до хрена. Еще один дом. Блин, вот. Тут целая деревня, мать твою. Ребят, кажется, я нашел там дом. Ремов. Есть команда ремов на этом сервере. То есть удаляет предмет, который вы поставили. Я не знаю, работает ли она с чужим предметом, если стоит ящик. Твою ж мать. Чё, они эту замков закрыли тут все блоками, да? Нахрен с тобой. Курица. Ай, не знаю, что делать. Конечно, тут дом-то можно взять. Его увеличить так-то, если что. Будет вообще без проблем. Замок мы взяли, да? Замок мы сделали. Кстати, вот моя версия опроверглась сама собой, когда я говорил, что, может быть, чертежи выдают кикстартер. Хрен там. Зажали даже чертежи. Ух ты. Либо это читер, либо... Либо я не знаю кто. Просто сломал весь дом. Ну, наверное, фундамент просто разломал. Просто видите, да? Хотя 100 стейбл, не знаю. Здесь тоже дом был. Довольно-таки большой здесь дом был.
Это нам не нужно, это тоже не нужно. Быстро их ограбили. Волчонок. Вы понимаете, о чем я, да? Понимаете? Это у нас будет. Что ж такое? Так, блидинг, блидинг, блидинг у нас. Используем аптечку. Если что, потом заж. Блин, нас мясо испортил, что ли? Испорченное волчье мясо, твою мать. На, мразь. Сырое волчье мясо. Ай, блин. Вот то, что у нас испортилось. Я, конечно, сейчас тупанул жестко. Жестко тупанул. Тут хрен с ним. Два волчьи мяса. Два волчьего мяса есть, конечно. И вот такое вот строение маленькое. Очень хорошо обстроено. Ну как очень хорошо? Половина строения, просто. Вон нужно. Не так ли? Сейчас найдем. Ни хрена себе. А тут-то неплохо, ребят. Тут же очень даже неплохо. Ха, смотрите, как он тут построил. Видимо, для нас, для нас. Что-то я постоянно слышу, слышу. Не знаю. Ну чё, берем это? Берем это. Так, а если с камнем, то что у нас тут? Там, в принципе, еще один дом. Чё ж у вас так много-то? Это уже не затерянный остров получается. Блин, мы уже довольно-таки много играем. Нужно скоро подходить к концу. Сейчас я дом наконец-то найду себе. Ух ты, я хочу себе такой дом. Я хочу себе такой дом, ребят. Серьезно. Вот здесь я вижу. А, это не останки ко мне. Это не останки. Смотрите, дом-то какой. Смотреть под ноги. Смотреть под ноги. Вроде нет, да? Ой, как тут все. Все закрыто. Конечно, дом еще охрененный. Серьезно? Серьезно, там сейчас кто-то есть? Надо валить отсюда нахер. Просто нахер валить. Сейчас только наш визор оценил. Потеряем хером. И там кто-то есть. Ребят. Короче. Я решил. Тот длинный дом наш. Но не более. Твою мать. Надо валить. Ой, как же я боюсь за свой лут-то. Блин, не знаю, вот переливается просто древесиной. Переливается. Раньше такого не было, серьезно. Что за бред? Хрен знает, меня слишком напрягает этот дом. Я реально не могу обустроиться нормально. Может свой все-таки построить, просто там квадратный, прямоугольный, любой. Здесь вообще наверху, на самом верху. И без замка, отлично. Только не знаю, как мы там будем бегать от всяких бичей. Ты понимаешь, да, чем я? Понимаешь, хлебушек? Ты умрешь? Нет, хлебушек... А, умер. Умер, и у него замок. Обычный замок закрываем, открываем обычным ключом. Так у нас же... Как мы будем его изучать, если у нас... Он по дефолту изучен. What the fuck? Древесинка, испорченное мясо. Так, используем бинт. Используем бинт. Мы сразу три бинта. Ну, видите, баги какие, баги. Это же альфа, так что... В принципе, можем не разочаровываться. А, изучить мы не можем. Естественно, не можем. Нам он не нужен. Вот, противоядерные таблетки, о которых я вам говорил. Деревянная стрела. Он тоже с луком, видимо, бегал. Но здесь, походу, лук у всех есть. 295 камня. Вот с камнем реально реальные проблемы. С жиром тоже проблема. Кости-то они нахрен никому не нужны. Это я, как дурак, собираю их. Сигнальную ракетку в прицеле покажу, как она работает, принцип действия. А у него не было, да, ничего? Не, нету. С
сырое человеческое мясо мне нужно. Нахрен не нужно. Чё, такой дом, что ли, блин? Да, в принципе, можно будет вот здесь поставить фундамент. Здесь нормально это все так-то, по сути. Это я дверь внутрь, туда пусть будет закрываться, открываться. Заходи здесь нормально. Блин, а так-то обустроиться, в принципе, можно будет здесь. Не так ли? Правильно я говорю? Ой, сколько здесь всякой херни. Сколько здесь всякой херни. Ладно. Сейчас тогда быстро построимся. Ай, блин, места вообще нету. Спальный мешок. Место нужно выбрасывать, что-нибудь раздробить. Так, факел. Спальный мешок. Освободим местечко путем установки спального мешка. Так, установим. То есть спальный мешок, ну, наверное, все знают, для чего он нужен. Наверное. В общем, если вас убьют, то вы можете воскреситься именно здесь. Это как ваш дом. Только ты понимаешь, что сюда нельзя, естественно. У нас 2К есть. Это вообще просто... Муа. Просто отлично. Замок, замок надо поставить, точно. Как я мог забыть? Тогда прямо сейчас поставим замок. Скрафтим ключик. Пусть пока крафтится. У нас киянки, по-моему, нет. Или я взял у кого-то киянку? Да, я взял. Взял кияночку. Это нахрен. Нахрен. Кстати, блин, может он так поставил, потому что фундамент не ставился здесь. Что-то я не подумал. Ладно, в любом случае... Ой, я забыл вообще, как там... Как там надо-то? В план постройки можно скрафтить путем... то есть сначала крафтим... Где тут у нас бумажку? Крафтим 100 древесины. И потом крафтим план постройки. Все. То есть любой бич можно скрафтить. Не, ребят. Фундамент сюда не ставится. Вот, вот, блин. Почему не ставится? А, ну точно, большая это. Вот говно. Маленький домик. Слишком маленький. Слишком маленький. Хер с ним. Хер с этим домиком. Пусть будет маленький. Поставим. Ставить, не ставить. Ставить, не ставить. Ставить. Поставим так. Все, этого достаточно. Хотя зря я поставил, ребята. Зря я поставил. Демолишь. Демолишь, демолишь. Не знаю, как там правильно произносится. Но мы будем защищены от окружающей среды. Видишь, какие мы буржуи? Сколько у нас дерева? Сейчас тогда прямо сейчас поставлю флорплан, потолочек. Флорплан. План, хрен знает. Так, скрафтился, да? Отлично. Закрываем, открываем. Все, великолепно. А, кстати, дубликат ключа. Дубликат ключа можно сделать путем... значит, сначала открываем, долго держим Е и create a key. Вот, если вы потеряете кей, то лучше всегда, кстати, держите кей где-нибудь там в каком-нибудь шкафу, не знаю, там, не в шкафу, а в ящике. Ну, чтобы, короче, не потерять его, если вы умрете, то вы ни сюда никак не проберетесь уже. Это вам не кодовый ключ. Это вам не кодовый замок. Ключ, говорю. Так, сейчас тогда по-бырому скрафтим нам печь. Да, печь, ну, для начала лучше я бы скрафтил... Где там эта херня-то находится? Так. Деревянное копье, кстати, нужно еще будет. Хотя нафиг оно нужно, если у нас есть лук и все остальное. Но не суть. Блин, где он? Вот деревянный ящик. Долго крафтится, долго. Печально. Ну сколько мы играем? Почти 30 минут, наверное, чуваки с автоматом в лохе. Парни, почему не могу какие-то старт прописать? Ладно, не будем ничего писать. Сколько времени тело лежит, когда умер? Минута 3, 5 минут. Не хватает ресурсов. Ну, мало пишут, очень мало пишут. Видите, за все время, что мы играем, написало всего лишь пару человек. Ну, хорошо хоть что пишут. Я люблю, где побольше людей. Я за минут 2 сбежал. Так, ладно. Скрафтилось, да, у нас все. Значит, берем ящик, нажимаем на пятерочку и... поставлю я его, в принципе, сюда, да? Даже 2 ящика придется крафтить. Но для начала это как бы... У нас будет такой основной. Я сразу скрафчу еще один ключ, пожалуй. Потому что реально понадобится. Потом будете жалеть, что не скрафтили. Ключ деревянный, а не металлический, так что нужно 100 дерева. Шкаф с инструментами у нас есть. И он у нас активирован. Там курочки бегают. Сюда поставим печь. Печи у нас нет. Ладно. Так, кстати, все у нас скрафчено, да? Да, у нас все скрафчено.
мы одеты хотя бы. Хоть немножко, но одеты. У нас, конечно же, портится волчье мясо. И поэтому я советую скрафтить костер. Советую сам себе скрафтить костер. О боже. Ой, что я говорю? Так, животный мир. Животный жир. Животный жир пока нам не нужен. Убираем. Я хочу скрафтить себе вот такую фигнюшку. Костяной ножик. Ладно, сейчас не обязательно крафтить его. Сейчас не обязательно. Это выкидываем. Есть у нас два волчьего мяса. Волчьего мяса. Что же у меня такое? Зеленая маечка. Конечно же, сюда. Давайте, мне флайер в принципе не жалко. Что этот флайер даст нам? Разве что мы сейчас спалимся. Да ладно. Не спалимся мы. Странно. Странно. Флайер, точно. Он же в этом расте ни хрена не работает. Хотя, может, из него что-то нужно крафтить. Я не уверен. Но, как видели, я нажимал на него, но вообще ничего с ним не происходило. И зажгите ночное небо с этой совершенно новой красной вспышкой. Возможно, что его можно юзать только ночью. Это можно будет проверить, конечно же, потом. Потом я проверю сам. Может, в следующей серии как-нибудь. Ставим сюда. Мне похнет, что будем жестко палиться. Блин, вот еще одна неприятная штука, что нужно выключать огонь перед тем, как сюда все ложить. Сырое волчье мясо, сырое волчье мясо. Запускаем. Стартуем. А, нет, нужно немножко еще положить. Хрен с ним. 4К. Так, печку. Печку. Крафтим печку. Спальные мешочки есть, деревянные ящики есть. Деревянный ящик еще один. Мы не скрафтили же его, а? Или скрафтили? Мы бы не крафтили деревянный ящик. Шкаф с метками есть, замок есть. Замок нам нужно будет еще один скрафтить, но это после того, как я поставлю печь. И сделаю там металлические фрагменты. Рубашка, овы, все это у нас есть. То есть мы тепленькие, одеты. Конечно, есть еще вот эти вот. Они получше уже, вот обычные брюки, обычные ботинки. То есть только тут еще нужны металлические фрагменты. Но это я потом тоже сделаю. Пуховик у нас вообще отличный. Просто великолепный. Стрела. Калашик нужно убрать, а то... Ну его нафиг. Хоть калашик останется. Будем пугать там всех калашиком. Калашик. Больше места нет. Больше места нет. Да, в принципе, что тут убирать-то еще? Это я все сейчас с собой противоядие на таблетке. Вот это вот хорошая штука. Если забраться в городок-то ротационный. Очень хорошая штука. Так, ладно, почти печь сделали. Почти сделали. Все, печь, отлично. Берем печь. И ставим мы вот сюда. Ребят, этот дом, конечно же, временный. Я потом построю свой и нормальный. Вы не думайте, что я буду жить в таком дряхлом доме. Хотя он на скале. Это неплохо. Open furnace. Так, open. Ставим сюда 3000, я потом все равно вытащу отсюда. И железную руду. Всю нахрен сюда убираем. И зажигаем. Гори. Гори, родная. Так. Блин. Зря я так сделал. Я же хотел по-другому, да, сделать. Вы заметили, да, что здесь... Что-то вообще ночи нету пока. Я не замечал ее. Ладно. Ну все, в принципе, я все сделал. То, что хотел. Дом я нашел. Лута мы собрали, можно сказать, до хрена. Ну как, блин, для 30 минут это... Это ведь до хрена, да? Шприц меня радует, вообще очень помогает. Вот. Ну, в принципе, все. Пусть пока здесь все крафтится. Следующую серию ждите. Возможно, через день, два, три. Ну, в общем, по-разному, по ситуации я там посмотрю. Может, прямо сейчас начну снимать, но лучше попозже. Ладно, всем спасибо за просмотр. Потом, в следующей серии, конечно, вам расскажу еще больше уроков выживания, как что крафтить, как что находить. Чертежи, кстати, находите в бочках. Они впадают в бочках, если я не сказал во время летсплея. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Конечно, подписывайтесь на канал. То да сё. Всем пока.